У меня оставалось немножко гречки зеленой. Я решила приготовить интересный такой завтрак-десерт. Хочу блендером взбить эту отваренную гречку с бананом, какими-то ягодами. Вот, и посмотрим, что получится. Думаю, что должно быть очень вкусно. Дима мне взял новый блендер погружной с маленькими емкостями двумя, потому что у меня был большой шейкер и не совсем удобно, особенно когда готовишь часто прикормы. Получился достаточно нежный такой муссовый десерт. При желании можно еще добавить какие-то подсластители, кто любит очень-очень сладкое. А мне вполне понравилось и так. У нас, как обычно, Мия разгребает стирку, все сортирует и гладит. Она умничка, она вообще очень хозяйственная. Что выставляешь? На какую? Какой режим? Она еще не определилась, но она явно знает, что делает. С уверенностью в руках. Очень. Хлопа эко? С сушкой или без сушки, как ты думаешь? Ну, сушку обязательно. Да? Ну ладно. Молодец. Что-то вот специально вот это, да, все подбираешь в одном стиле, да? Под меня косишь? Это ты под меня косишь, меня просто реже вижу. Вот и все. Просто не понимают, откуда корни растут. Ясно. Давай, удачи. Нравится тебе масочка, да? Обалденно. Нашла очень старенькую работу «Систер». По-моему, называется «Улица черных котов». «Систер, я не знаю, как ты не забрала эту работу к себе домой?» Вот не понимаю. Сейчас вот ищу ей место. Не знаю. Все? Ты стоишь уже, да? Боже, так долго уже стоишь, молодец! Сама не ожидаешь, да? Нет, это не так.